нас, смотрите, в центре стенда имеются две скульптуры. Это наши реки, которые были представлены или же сделаны в образах девушек. Напротив нас, покойником на голове, это река Ака, рядом с ней Волга, соответственно. Ака символизирует трепетное отношение к историческому наследию. Волга же, скорее, говорит о неустанном развитии, стремлении идти в ногу со временем, в том числе не отставать от современных тенденций, также реалий. Вот я обратил внимание на знак бесконечности, это своего рода символ стрелки, то есть именно того места, где Ака впадает в Волгу, и где, собственно, это говоря... где еще раз получается? Ну вот, знак бесконечности, он простирается вокруг девушек. Да, это символ стрелки, с того места, где Ака в Волгу впадает, и где, собственно говоря, если быть точнее, еще в 1221 году и был основан такой город, как Нижний Новгород.